Счастье. Чтобы была счастливая крепкая семья. Да, по сути, рука об руку идти с любимым человеком. Некоторое время думал писать, не писать ей. Он не написал на мою фотографию. Привет, как дела? И пошел, поехал. Это предложение судьбоносно меняет его жизнь на наших глазах. Люблю и буду любить всегда. Я люблю тебя.